Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство Samsung Galaxy M23. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве изменить язык системы. Открываем приложение настройки, спускаемся вниз и выбираем общие настройки. После чего выбираем язык и нажимаем добавление языка. После чего выбираем язык, который хотим установить языком системы, и нажимаем сделать стандартным. Ждем. Все, язык системы был успешно изменен на казахский. Хотите установить опять русский? Выбираете здесь же русский, нажимаете колдану, ну и можете удалить казахский, если вам он не нужен. Ну и он переместился опять в добавление языка. На этом все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.